Всем привет, мои дорогие! И сегодня мы говорим про личный год 8, планета Сатурн. Год 8 называют годом реализации кармы. Что это значит? Это значит, что к этому году мы уже накопили определенный энергетический ресурс. И теперь нам нужно этот энергетический ресурс из энергетического мира перевести в наш совершенно понятный, осязаемый материальный. Чтобы это выражалось в виде денег, квартир, машин, бриллиантов и всяческих покупок. Для этого нужно работать, работать, работать и еще раз работать, чтобы всю эту энергию оттуда выкачать и привести ее вот в материальный мир наш. В год 8 все, что мы будем делать, все, что с нами будет происходить, с высокой степенью вероятности будет повторяться в последующие 9 лет. Поэтому кроме того, что мы создаем такой капитал материальный, такой задел материального на ближайшие 9 лет, мы еще помним о том, что если мы покупаем в этот год квартиру, машину, бриллианты, не знаю, меха, мебель, поездки, еще, все, что связано с материальным миром, с высокой степенью вероятности это будет повторяться с нами в ближайшие 9 лет. Поэтому это с радостью, с удовольствием, с кайфом идем и покупаем. Что нельзя делать в год 8? В год 8, пожалуйста, официально не женимся, не разводимся по той же причине, потому что это может повторяться событие. Не берем кредиты по той же причине, потому что это событие может повторяться. Приветствуется в год 8 очень много работать, создавать новые проекты, создавать новые такие кормушки, которые будут нас кормить в ближайшие 9 лет. Желательно, очень желательно все делать по закону, по правилам, по понятиям, по законам, по традициям, по обычаям и так далее, и так далее. Желательно избегать серых, полусерых, там, полубелых и совсем черных схем, потому что Сатурн этого не любит. Помним, что Сатурн любит, чтобы все было четко и по закону. И в год 8 не нужно очень много отдыхать. То есть, любимые наши шестерочки, кайфовать в год 8 не получится никому. Поэтому в год 8 мы не кайфуем, не ходим по ресторанчикам, по барчикам, не летаем на отдых 6 раз в год, а работаем на максималках. Потому что тунеядство будет очень сильно наказуемо в год 8. Вот, поэтому год 8 – это очень классное время для того, чтобы работать, зарабатывать и еще создавать себе положительную тенденцию на ближайшие 9 лет.